Сегодня красноярские власти рассказали, сколько новых социальных объектов появится на месте снесенных домов в Николаевке. Облик жилого района скоро изменится. Вместо частных домов появятся многоквартирные дома. На этой территории можно будет возвести почти 900 тысяч квадратных метров жилья. Это больше, чем в Красноярске вводится в эксплуатацию за год. Поэтому тех детских садов и школ, которые существуют, просто не хватит. В жилом районе Николаевске планируется построить 4 новых школы на 1000 мест. Перспективы будет у нас 8 детских садов. Поликлиника планируется на 500 посещений. Новая поликлиника в районе улицы Волочаевской.